улице, которую мы будем строить еще на улице от Мицкевича до Трансгаза, с тротуарами, с освещением. Да, Косовский тракт устроить, тротуарные дорожки с... Там только проект, который нам по комиссии безопасности у нас полковна. Там только проект. Я говорю по улицам. И дальше будет у нас микрорайон разработали строительство индивидуальных железных рублей, поэтому там по генплану пробивается улица на улицу Мицкевича. Если хватит денег в этом году, то сделаем, и хватит в следующем. Субботник вы назвали, ну, в этом году еще проведем один субботник, нужно поубирать все территории закрепленные, поэтому деньги, которые заработаем на субботнике, мы просим, чтобы поддержали, направить на капитальный ремонт нашей поликлиники стоматологической, потому что такое состояние, нужно подключаться. Инфекционное отделение у нас пообещал бывший губернатор, и президент говорил, что все инфекционные поликлиники приведем в барака, то мы уже туда не будем направлять с учетом, что все-таки будет за счет инвест-программы этот объект работает, направим деньги все на стоматологическую клинику.